Здравствуйте, мои дорогие ребята! Сегодня наш важнейший вопрос относительно, нужен ли тренер? Поехали разбираться. И, конечно, как всегда, по хорошей традиции, перед ответом на ваши вопросы замечательные, я призываю вас присоединиться в наши ряды бравых марафонцев. Друзья мои, отправляйте заявку на участие в мой ПГ-марафон. Как это сделать, вы найдете в описании под этим видео. Ссылочка о том, что такое ПГ-марафон, будет вот здесь. Ребята, поехали разбираться с вашими вопросами. Вот он, настал тот самый момент, когда вы решаете бросать эту забвенную жизнь диванного мстителя и, наконец-то, идти в зал. Я вас искренне поздравляю. Это огромный шаг в вашей жизни. Вы огромные молодцы, ребята. Двигайтесь и ни в коем случае не бросайте на полпути. Для того, чтобы не сделать это, для того, чтобы не травмироваться, для того, чтобы не пойти по пути неправильному, вам понадобится тренер. Хотя бы первое время вашего приключения. Включение в мир спорта и занятий с отягощениями. Вам нужно узнать, что такое техника безопасности выполнения упражнений. Если вы особенно не знаете, как держать спину, если вы особенно не знаете, как выполнять какие-то многосуставные упражнения, я критически рекомендую, обязательно, друзья, обязательно нанимайте тренера. Ни в коем случае не берите огромного шкафа, потому что этот шкаф по-любому будет вас заставлять заниматься по схеме каких-то периодизаций, в которые будут включать в себя запрещенные препараты или допинг. Я об этом говорил, ребята, в множестве моих видео, одно из последних видео, которое называется «Горькая правда о твоем теле», где я говорю, что вы рассчитываете на свои гормоны, где вы рассчитываете на то, как вырабатываются ваши анаболические гормоны, ваш тестостерон, путем изучения своего тела, путем изучения информации того, на чем строится мышечный рост. Вам не нужно спортивное питание, вам не нужен какой-то сумасшедший профессиональный сплит. Что такое сплит? Это то, по какому принципу вы прорабатываете свое тело. Вам это все не нужно. Вам нужно, друзья мои, одна тяжелая многосуставная тренировка с какими-то весами, которые будут для вас приемлемы и которые будут увеличиваться посредством периодизации нагрузок. И вам нужна еще высокоинтенсивная интервальная тренировка по принципу HIIT, High Intensity Interval Training, друзья мои. Что это такое? Также на моем канале есть видео, смотрите здесь. Эти тренировки позволят вам увеличивать вашу выработку ваших гормонов. Ни в коем случае не нужно забрасываться после тренировки какими-то лишними спортивными сапплементами. Это не нужно. Поэтому, чтобы вы строили ваше тело адекватно, не берите себе огромного тренера, который однозначно использует допинг. Его методика тренировок не подойдет вам 100%. Берите адекватного, нормального человека, возьмите его и пригласите его на кофе, пообщайтесь. Я вам советую это как профессиональный тренер, натурал, который не использует никогда препаратов. Я не использую спортивного питания. Когда ко мне обращается человек, я всегда говорю, давайте мы с вами встретимся. Я расскажу вам о своих подходах. Я расскажу вам, как я вижу этот процесс, потому что мне важен контакт с человеком. Я понимаю, что так могут сделать далеко не все. Например, тренера, которые работают на зал, однозначно приписаны каким-то людям по умолчанию, потому что это для них работа. И именно этого вы должны избегать, друзья мои. Вы ищете человека, который всецело посвящен процессу. Даже если он работает на зал, вы ищете страсть в его глазах. Вы ищете огонь помочь вам. Вы ищете того человека, который не будет стоять с телефоном в то время, как вы стоите на дорожке и 15 минут впустую молотите. Он просто работает с 9 до 6, стоит в телефоне, и у него 60 минут вашей тренировки расписаны. Вы для него очередной клиент. Вы должны быть товарищем. Вы должны быть приятелем для вашего тренера, который, как сказал замечательный Станислав Линдомир, не просто подавальщик гантелей, а тренер, который будет заботиться о вашем здоровье, о вашем долголетии, который будет давать вам знания, который будет давать вам технику выполнения упражнений. И тогда вы останетесь с вашим тренером на месяцы, годы. И тогда у вас будет складываться прекрасное отношение с человеком, который помогает вам строить ваше тело. Потому что вы не просто приходите туда потаскать в тупую железки, а потому что вы приходите для социума. Вы общаетесь с профессионалом своего дела, вы общаетесь с человеком, который относится со страстью к своему делу, и проникаетесь этой
этой атмосферой, проникаетесь этим позитивом, проникаетесь мотивацией и строите, двигаетесь вместе. Вот это настоящий ценитель своей профессии. Таких людей мало, ищите их. Если не получится, друзья мои, тогда делайте все самостоятельно, но крайне осторожно. Изучайте технику, ставьте телефон, просто опирайте его на гантелю, ставьте его на штатив, если у вас такой есть. Смотрите на себя со стороны, смотрите, чтобы всегда грудь вперед, спина выпрямлена, лопатки сведены. Ваша техника выполнения упражнений – это ключ к вашему здоровью. При приседаниях колени не заходят за носки, вы можете найти миллион советов выполнения правильных техник в YouTube, в интернете, где угодно. Ставьте телефон, записывайте свои упражнения с малыми весами и контролируйте свою технику. Ради всего святого, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Спасибо вам огромное за ваши замечательные вопросы, друзья. Как всегда, обязательно задавайте их под каждым из видео, которые вы смотрите. Мы разбираем каждый и будем отвечать на каждый вопрос. Друзья мои, спасибо вам огромное. И мы двигаемся только вперед!